Центр молодого дарования Александр Сивиков. Здравствуйте. Наш африканский легионер из умных зажатков. И защитник Георгий Джиги. Все прошло как в рабочей атмосфере, все продлили контракты, все, кто не ушел, да? Вот, все мы довольны, да, Жора остался, все остались. Так что легенды клуба сохранились, значит, Амкар будет жить дальше. Как готовы к сезону? Ну, я думаю, что это, наверное, вопрос к тренеру больше, но по самочувствию, в общем, готовы, как всегда, хорошо. Ждем не дождемся первой игры и хотим, чтобы пришли побольше болельщиков и хотим свою готовность показать на поле, естественно. Сумма небольшая-то, а цифры это секретная информация. Ну, всех все устроило, раз мы все продлили отношения, значит, всех устроило, все в порядке. А на сколько это? Сколько? На 2 года. Потому что мне здесь нравится просто. Вообще разницы между то, что предлагалось, и то, что мне хотелось бы при уступках. Ну, подробности, как и Дима сказал, это нельзя разглашать. Но в конце концов и руководство, и тренера, и я со своей стороны делали все от нас зависело еще, чтобы продлили контракт. Буду надеяться и буду стараться, что это на пользу будет. То есть ваши заслуги теперь не уменьшились в 3 раза? Нет, все нормально. А как вы себя чувствуете по физике? Готовы ли с первых матчей принять участие? Ну, это сам матч покажет. Вроде готов, тренировался со всеми. Я же пропустил только в начале первые 5-7 дней. Насколько буду готов, сама игра покажет. Мне кажется, ни одного футболиста не сможет реально оценить состояние, пока не выйдет в официальную игру. Но лучше предложения, гораздо лучшего предложения не было, поэтому продлили отношения с Амкаром. В принципе, Дима ответил на тот вопрос. Предложения есть, какие-то конкретные уже до суммы там. Разговоры не дошли, так как вовремя и с нашим клубом договорились, так что дальше ни о чем, в принципе, судить, что могло пойти. А предложение из России или это? У меня не из России было. Конкурировали с Хомичем и с Герусом. Так, приходите все на футбол. Будем биться. I decided to come to Amkar because I've always wanted something new, and I think Amkar is the club. I know I can do that with, and hopefully to do something better and achieve something good with the team while I'm here. So that is why I chose Amkar when I got the offer. Только я получил предложение от Амкара, я сразу понял, что я захотелось мне чего-то нового. Я посчитал, что Амкар это именно тот клуб, который позволит мне развиваться и добиться чего-то нового, выйти на новый уровень. Вообще, used to play in CSK Moscow, Sipu Lisi. So he's a very good friend of mine. We talked a lot about Russia. So I just think it's a good one to give it a try about the Russian league. So. Да, я слышал, да, это предложение об российской лиге от своего друга, который играл. ЦСКА Москва, Сирко Алис, он много рассказывал про российский чемпионат. Как вам погода в Перми? Not experienced the weather yet, but I'll see how it goes. First time goes on. На данный момент я не очень доволен, но посмотрим, что будет дальше. Of course, there has been some Nigerian
first year in the Russian League, and I think it's not going to be a bad one for me to do that as well, to have the experience also. So that was why. Да, безусловно, остальные игроки, которые из Нигерии, смотря на них, я понял, что здесь можно развиваться. I chose number 43 because that's been the number I was using while I was playing in Denmark. So I just decided to still keep the number to myself. That was why. Я играл в Дании под 43-м номером, поэтому я решил продолжать оставаться верным этому номеру. Yeah, I think I got offers from Turkey, from Cyprus, from Israel, and from Greece as well. I think Amka came up with a better one for me, so that was why I chose Amka. So, and I think Russian League is going to be a good experience as well. Поступали предложения из Израиля, Греции, Кипра, но предложение Амкара показалось мне наиболее выгодным, и поэтому я решил приехать сюда. I think I am, because I've not been in Russia before. This is going to be my first time. But the Danish winter I'm used to, I don't think it's going to be that hard for me to get this experience of Russian winter as well. Немножко боится Изуна российской зимы, но он сказал, что в Дании также есть зима, и намерен адаптироваться, и не думаю, что это будет слишком трудно для него. Yeah, I'm a central defensive midfielder. Да, он будет играть центрального опорника. Предложение поступило сразу после сезона. Ни о чем не думал, сразу решил приехать сюда. Подписал трехлетний контракт. Всем большое спасибо. Все очень классно. Надеюсь, радовать всех своей игрой и приносить положительный результат. Наши вопросы? Ну, закономерный вопрос с номером. Знаете, чей номер, да, взяли, и ответственность какая-то будет присутствовать? Конечно, будет, знаю, как ясно, чей номер. Будет дополнительная мотивация, так что все будет хорошо. Как встретили? Встретили отлично. Ребята, тренерский штаб, ну, все руководство, все отлично. Все понравилось. Я немного погуляли по Крыму. Все отлично. Как город? Неплохо. Да. Как почувствовали разницу? Ну, да, почувствовал разницу. И сама игра, и сами, ну, сами тренировки. Ну, два разных уровня. От лица всей команды, наверное, хочу всех болельщиков пригласить на нашу первую игру с Краснодаром. Сказать, что нам очень нужна ваша поддержка. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы радовать вас каждой своей игрой. И поэтому приходите все на Краснодар и на дальнейшие наши игры. Нам нужна ваша поддержка. Спасибо.